Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Это видео будет пешком с Ольгой ногами по Тампере. Тампере город большой, у нас 240 тысяч населения. Ну, конечно, все Тампере мы не обойдем, он все-таки очень большой. Но пойдем немножко по центру, посмотрим, что у нас красивого есть. День чудесный. И Тампере все-таки относится к самым таким большим городам Финляндии, если вы... Будете смотреть по карте, ну, конечно, Хельсинки, потом Турку. И наш Тампере находится как раз вот посерединке, если на карту Финляндии вы посмотрите. И в Александре Кирку, видите, теперь производят богослужения в YouTube-канале. И можно смотреть, вот, например, Юхануш, Юмалан Палвелу на день Ивана. И все молитвы происходят теперь, видите, онлайн. То есть вот такое тоже теперь есть. Посмотрите, народ, какие сосны. То есть, конечно, этим соснам неизвестно сколько лет. Я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Но я знаю, что такие сосны не вырастают ни за год, ни за два. Мы находимся в Александре Кирко. Ну, как... Наша самая такая Тампере достопримечательность. В 1881 году она была построена. И здесь много раз мы были с мужем на новогодних концертах. То есть новогодняя служба. Очень красивая церковь, хорошая акустика. И она находится в центре Тампере. Ой, какое небо красивое. И Александровская эта церковь находится в центре Тампере. Очень красивое место. Цветочки высажены. Вот тут, как говорится, будьте любезны, можно присесть у водички, у фонтана. Мне нравится. И все подстригается, все, как говорится, опрыскивается, поливается. Ну, очень много, видите, огороженного. Огороженного. О, он пришел помахать рукой. Еще раз помаши. Эй, лютовела, каде. О, молодец, молодец. Очень, видите, много огороженного, потому что нет туристов, хорошее время сейчас заниматься этими работами. То есть все это, как говорится, делается, знаете, с головой. Вот, и посмотрите, народ, что делают эти камни, кладут камни. Вот вы представляете, какая тяжелая эта работа. Вот мой мальчик такое делал много лет. Вот эти булыжники, они утрамбовывают. Потом вот делают вот такой вот, как бы, знаете, песком и вот такой вот машиной. Это тяжелейший труд. Или если кто скажет, что это вообще на свежем воздухе делать ничего не надо, это, конечно, врагу не пожелаешь. Но красиво будет, такая будет мостовая. Так, и Финлиншоф, старое производство было носков, трусов, трикотажа. Ну, это здание теперь, конечно, не завод. Там ресторан, много магазинов и большая пивнушка. Наша центральная библиотека называется Паакирьясто Метсо. Была построена в 1986 году. У нас еще и старая одна библиотека. Она работает с 9 до 19 с понедельника до пятницы. И суббота с 10 до 16. И нет ограничения. То, что может от младенца до пенсионера. Будьте любезны, все приходите. И в воскресенье она закрыта. Так, и так как эта библиотека была построена в 1986 году, конечно, она такая манерная, шик-модерн. И эта библиотека часто бывает на фотографиях, когда фотографируют Тампере. То есть это такая, знаете, тоже наша достопримечательность. И, конечно, много зелени вокруг, как и все наше Тампере. И так как у нас нету таких каких-то красивых фонтанов, ну вот тут такой фонтан тоже есть с крутящимся шаром, красиво тоже. Ну и вот этот парк, здесь видите, люди приходят с собачками, то есть лизуны, мороженое поесть, попить, все это есть. Такое хорошее место. Наша статуя освобождения была поставлена в 1921 году, и она тоже находится рядом с библиотекой. Видите, цветочки вокруг, то есть очень все красиво. И, наверное, многие задумаются, почему библиотека называется Метсо. Метсо – это такая птица. Если мы посмотрим на библиотеку сверху, будет как будто птица летит, и крылья расправлены. Очень красивая тоже.
Они не дали возможность снимать клубнику, но я сказала своему, иди встань, как будто я снимаю тебя, чтобы показать, сколько стоит клубника. Вот, пожалуйста, финская клубника. 1 литр стоит 5 евро. То есть, конечно, кто мне напишет, Оля, почему ты не варишь варенье, обалдеешь от этого варенья. И черника тоже, пожалуйста, маленькая розочка 5 евро. Полкило черники стоит 8 евро. И 800 грамм стоит 12 евро. Обалдеешь это варенье варить. И опять следующий наш фонтан. Тоже мне безумно нравятся эти старые фонтаны. И хорошо, что они реставрируют. На зиму они закрывают и на лето опять открывают. И потом наша управа городская, Ратихона, построена в 1890 году, по-моему, или в 60-м. Народ, я не помню, но я дома могу уточнить. Но вот приблизительно вы будете знать. И наверху флаг Тампере. Очень красиво отреставрированная. Ну и центр, конечно, малюсенький. И вы помните, я говорила, из-за того, что строят трамваи, у нас очень много копают. Ну и, в принципе, хорошо, сейчас туристов нет, копай, хоть закопайся. И вот здесь, вот видите, прямо карта, когда трамвай будет пущен, и так далее, и так далее, и какие остановки в этом трамвае будут. Так, и наш театр открыт в 1912 году. Называется Тампарин театре. И потом там с той стороны у нас Равентола, то есть ресторан, который находится при театре. И в перерыве можно пройти, там такой длинный коридор в этот ресторан, там выпить что-то, съесть. И рядом у нас находится наша площадь. И с этой стороны, если мы пройдем, вы увидите красное вот это здание, это Финлинсов. Сейчас пойду с той стороны покажу. Так, и Финлинсов, старое производство было носков, трусов, трикотажа. Ну, это здание теперь, конечно, не завод, там ресторан, много магазинов и большая пивнушка. И если хотите присоединиться к Тампере Сеура, здесь вот такое маленькое местечко, где все рассказано про Тампере, что Тампере есть, чего нету. Ну вот здесь, видите, сфотографировано Писпала, как это все начиналось, старое Тампере. И есть открыто, будьте любезны, бесплатно можно зайти посмотреть, там всегда есть карты. И, конечно, все представлено в старых фотках, когда Тампере открылся. Когда он был, как говорится, вот, пожалуйста, в 1779 году, да, старые вот эти все книги. Нет, конечно, хорошо, что такое место тоже есть, все это культурно, все это, как говорится, для туристов. И если мы даже посмотрим на витрины магазинов, девочки, когда фотографируют из Франции, мне всегда так за нашу Финляндию обидно, у нас, конечно, бедновато, скучновато. И когда мы на эти даже манекены смотрим, ну да, что я хочу сказать, сказать мне, конечно, нечего. То есть очень все простовато. Ну и уже скидки 50%. И вот это здание мне тоже безумно нравится, оно, знаете, как это, кремом обмазано сверху, очень красивое. И внизу называется Тилленхови, это ресторан. Очень тоже популярен у нас в Тампере. И кто, девочки, в прошлый раз попросил рассказать про Веру, я стою напротив Сеура Кунтатало, и здесь написано «Авиолитан эстейден тунткинта». То есть, если вы женитесь или выходите замуж, и вы состоите в церкви, нужно всегда... И вот это здание находится, Тамперен Сеура Кунта. И здесь рекламы много всякие, вот будьте любезны, приходите помолиться, попеть и так далее. И рядом находится Муммон Камари, называется Муммон Поти. Это рядом, видите, находится с Сеура Кунта. То есть люди сюда приходят в пенсионном возрасте попить кофе, помолиться, сделать что-то, какую-то ручную работу. Эта организация не отделена от церкви, они много делают всякой благотворительности, то есть ходят людям, помогают по домам и так далее. Это тоже все очень хорошо, что, знаете, есть такое коллективное место. И написано на той стороне улицы Хуутокаупакаммари. Это, знаете, такое место, где люди сдают в ломбард, и потом, если после этого ломбарда люди не выкупают, раз в месяц происходят торги, ты можешь прийти и что-то начать кричать.
И вот этот вот палаццо, это у нас типа музыкального холла. Мой муж ходил один раз туда, я была несколько раз. По-моему, он Queen смотрел музыкали. Очень красивое место, но, к сожалению, закрыто. Мне безумно нравится, когда, знаете, в цветочном магазине они выставляют на улице цветочки. Ну, вот, пожалуйста, вот такой цветочек 11 евро. Конечно, они безумно дорогущие, потому что это маленький цветочный магазин. И мне нравится, Леночка всегда показывает всякие украшения. Ну, конечно, здесь, видите, такое все как бы типа бутик, сделано ручной работы. Но красивое, да, много чего красивого. И вы помните, народ, что финны обожают дедушку Ленина. У нас в Тампере находится музей Ленина. Вот даже, будьте любезны, по-русски написано «Музей Ленина». То есть финны очень любят, если они в Тампере, конечно, музей Ленина они любят посещать. И так как Тампере городок малюсенький, у нас, конечно, никакого, знаете, такого автобуса туристов нету. Но у нас возят вот на таком малюсеньком, будьте любезны, автобусике. И он и ведет везде и всюду. И видите доска, что в 1906 году было собрание. Конечно, видите, они очень чтут эту дату. Ой, посмотрите, народ, прям по-русски написано, что... И ничего не поцарапано, ничего не, как говорится, не испорчено, красочка не облета. Кто-то мне показывал, что прямо портят, обрывают, обрезают. Нет, все очень здесь чисто, ничего не обрезано, не это самое. И в музей можно входить, но единственное, видите, нужно соблюдать дистанцию 2 метра и мыть руки. В 1985 году был построен рабочий театр Tampereen Työväentheater. И, конечно, очень всегда они уважают этот театр, он такой драматический. И сейчас, когда будет осень, будет постановка Гамлета. И помните, народ, я показывала и рассказывала, что в каждом жилом доме должен быть список по фамилиям, кто живет в этом доме. Это Финляндии закон. Вот мы стоим на улице, видите, и здесь вот был раньше ресторан Натали, но Натали закрылся, и теперь финский ресторан открыт здесь. И в Финляндии закон, все балконы застекляются в одно время и одним стилем, не то что там один так застеклен, второй так застеклен, этого делать, конечно, нельзя. И я всегда говорила и рассказывала, что Тампере у нас текстильный город, вот здесь стоит памятник, пожалуйста, то есть, сейчас, подождите, покажу вот так, не знаю, видно, не видно, по-моему, очень отсвечивает. Я всегда, когда приезжаю, мне безумно нравится этот памятник, видите, угадайте, почему, потому что у него золотые сандали на ногах, то есть, видите, текстильный этот самый, здорово, у него золотые сандали на ногах. Так, и помните, народ, что у нас Тампере разделен на три части, вёхеке 1, 2 и 3. Вот мы паркетнулись на самом дешевом, на трешке. И вот мы заплатили, мы оставили машину в 11.36, и мы до 13.16 ходили и заплатили 2 евро. И помните, этот талончик нужно всегда класть на переднее, вот под это, под переднее стекло, чтобы проверяющие видели. Если у вас нету в телефоне такого мобильного приложения, это тоже теперь все есть. Так, и вот эту карту я брала в прошлый раз, называется Tampere Opas, на всех языках она есть, она совершенно бесплатна. Ну и, конечно, здесь реклама, чего у нас есть в Тампере, чего нету. Конечно, много, вот сейчас даже если я эти концерты смотрю, очень много отменилось. Но все равно по коду вы можете зайти, посмотреть, чего в Тампере есть. Карта очень большая, все отмечено. То есть, конечно, это никакая не проблема. И вот здесь тоже, видите, написано, что будьте любезны, если вы зайдете в инфобокс, все это можно прочитать. С вами была Оля из Тампере. Подписывайтесь, не хворайте. Всем физкульт-привет!